Риверсайд. Ладно, едем в Риверсайд. Ну, ночка, да? Ну да, можно сказать и так. Ты все еще злишься? Нет? Ну что ты, подумаешь, труп закопали. Прям мечтал. Выйду и... Да ладно, ты же оторвался с девкой. Ну да, да. И за это спасибо. Но за то, что было потом, благодарить не стану. Ладно, ладно. Слушай, сегодня все будет куда лучше, обещаю. Очень на это надеюсь. Что за дела? Заезжаем в пару мест, распродаем сигареты, потом отгоняем грузовик обратно к Эдди и получаем свою долю. Расплюнуть. Отстой. Помнится, меня как-то раз за решетку упекли за такое вот расплюнуть. Не волнуйся, я уже этим занимался. Давай время сами. Ну, как скажешь. Поверь, ты мне спасибо скажешь.
Берегите себя! Все оружие законное, гарантирую. Рита, подай блок красный. Да, вот его. Рита, один блок синий. Да, вот его. Вот вам, сэр. Всегда пожалуйста. Эй, сержант, как дела? Как всегда, блок синий? Думаю, в этот раз мне белое. Слышал, Вита? Давай, блок белых. Отлично, давай. Спасибо, Джо. А теперь исчезни отсюда, понял? Ну все, поехали. Садись, Вита, дальше в Милвилл. Сегодня все отлично. Мы серьезное бабло срубили.
малыш Марти, он тоже на Эдди работает? Ага, спит и видит. Парню еще и 18 нет. Возит меня, выполняет мелкие поручения, что-то отвозит меня за кино. Он думает, он гангстер, не слишком много в кино торчит. Ну, если пацан решил брать пример с тебя, он плохо кончит. Вот как умник, он мне тебя напоминает в том же возрасте. Именно. А я после встречи с тобой 2 года ловил пули в Европе, а потом 6 лет сидел. Вот про это я и говорю. В чем дело? Тебе кто-то с утра в кофе нассал. Ты что, забыл, как клево было? Ага, напоминай мне иногда, ладно? Видишь, я же говорил, все как по маслу. Ладно, ты почти загладил эту ночь. Почти. Да ладно, что может быть лучше? Свежий воздух, отличная компания, да еще и хорошие бабки. Совсем неплохо для того, кто только что из-за решетки вышел. Ладно, ладно. Слушай, если следующие несколько часов будут похожи на эти, я все прощу. Вот это наш вид, а! Так, мы почти что приехали. Эй, какого черта? Да ладно, не так сразу.
мне блок синих, если можно. Давай блок синих. Отлично, давай. Привет, мне блок красных. Это блок красных. Да, вот его. Вот вам, сэр. Всегда пожалуйста. Ладно, давай отловим какого-нибудь ублюдка и проучим. Подожми, Вита, он уходит. Я сейчас пол продавлю, Джо. Быстрее не будет. Что теперь? Нужно обсудить цели. Ищи ближайшую будку и позвони ему. Эдди, это Вита. Слушай. Итак, встречаемся со Стивом у входа в Бешеную Лошадь. Хорошая новость. Он нам поможет. Плохая новость. Эдди требует свои деньги. Все две штуки. Черт, ты же не думаешь, что из этих высыпется два косаря? Я не знаю. Посмотрим, что задумал Стив. Если он вряд ли нам по доброте душевной помогает. Пошли. О, Эдди рвал и метал в трубку. А то, а я-то какой сейчас бешеный. Даже если у уродов ни гроша нет, я из них органов на два куска вытрясу. Я за. Что это вдруг Стив работает на Эдди? Он человек ДРК, Дерек в команде Винчи. Я тебе что, доктор?
Вот это, ты же будешь брать работу у Дерека, да? Несмотря на то, что пашешь на Эдди. Мы все перебиваемся всем, что мимо пробегает. Кончай насиловать педаль газа! Не нервничай, я спешу. Эй, Стив. Марти, у меня в багажнике пара коктейлей Молотова. Берите и швыряйте внутрь. Ха, с удовольствием, Стив. Ладно, теперь пошли в литейную. Забирайтесь. Встретимся у главных ворот. До встречи. Я захожу. Ладно, Мита, поехали. Прикрой, иди, парни. Я тебя промазал, Кити. Дрожись от страха, а? Мне хоть что-нибудь оставишь, придурок? Пошли, черт! Стреляйте кроссовки! Попробуй его обойти сзади! Это зачем меня порадуешь? Что-то попал! Мою мать! Давай, быстро, пошли!
Отпустите их, или нам крышка! Прикрой меня, Вита! Эй, скажи что-нибудь! Я вернулся! Ну, Стив Круг! Вали его! Пошел, я прикрою! Прикрой меня, Вита! Прикрой, уйди! Паскуда! Нагреби, гребаный гребень! Прощай, чёрт! Ладно, Вита, поехали! Да я круг! Вита, погнали! Ну ты друг! Стреляешь, как моя сестра!
тобой ссориться. Будь начеку, Вита! Увидимся в аду, чмо! Ну как тебе, урод? Черт, ты стрелять вообще не умеешь! Я прикрою, Вита, вперед! Придумай что-то быстрей! Но ты труп! Я тебя найду, чертов ублюдок! Тебе конец! Я вернулся! Я захожу! Попробуй его обойти сзади! Эй, придурок, не смей дохнуть, пока бой не кончился! А, царапина! Вылезай, трусливая крыса! Я лучше всех! Все, шабаш! Прикрой меня! Боженька тебя ждет!
Мне хоть что-нибудь оставишь, ты дура? Давай, быстро, пошли! Где найти для Эдди два куска? Как думаешь, сколько потянет вот такая тачка? Вита, черт, да ты гений, эти тачки не дешевые, верно? Да Дерек нам как минимум штуку за каждую отвалит. Ладно, тогда я отгоню эту красотку Дереку. Встретимся в Соколе. Заметано. Увидимся в баре. Ясно.
Все оружие законное, гарантирую. Только посмотри, сегодня ничего особенного. Прости, Вито. Thank you.
Вот что у нас есть. Пожалуйста. Заходите к нам еще, сэр. Приятель, хватит, а? Качество стоит каждого потраченного цента. Мне что, испугаться на? Иди-ка лучше на улицу со своей пушкой! Пожалуйста! Не убивай меня! Не убивай! Тато! Понял. Могу я вам чем-нибудь помочь? До скорого! Не стреляй! С оружием сюда нельзя! Вон отсюда!
У меня есть все, что надо. Хороший выбор. Это все, что ты хотел? Уверен, тебе это пригодится. Если что понадобится, заходи.